Смотрим моменты. Смотрим, с чего все начиналось. А игра начиналась очень ярко. Как раз-таки вот здесь, на первой минуте, Илья Шипов забрасывает первую шайбу за АКМ и выводит Туликов вперед. Еще раз смотрим. Это было на первой минуте. Дальше были возможности у гостей удвоить преимущество и получить более комфортное по ходу этого матча. Максим Кровяков убегает также 1-1. И помним мы этот момент, когда едва-едва шайбу не затолкали игроки «Химика». Но страж ворот Денис Попов не позволил этого сделать. Также на острие Дмитрий Соловьев был. И первая 20-минутка закончилась со счетом 0-1. Это уже вторая 20-минутка. Химик ее начинал, уступая. Но вот до вот этого броска Тимура Хайруллина, который уравнял счет в ближнюю 9, расстрелял так, что мама не горюй. 1-1 счет стал, и далее снова достаточно быстро команда из Тулы вышла вперед и добыла себе снова преимущество в одну шайбу. И так, в принципе, игра и складывалась. Если бы не Егор Чизганов на последней минуте. И вот мы смотрим еще момент, когда Максим Рассейкин убегал в свою атаку. Да, едва-едва так кучу малу создали игроки как той, так и другой команды. Ну и вот здесь вот Мансуров выигрывают вбрасывание. Корбит бросает. Эти были уже под занавес третьей 20-минутки штурмы как одной, так и другой команды. Но вот здесь также Аноп мог третью шайбу забросить. А в итоге Корбит отдает на Чизганова. И Чизганов сравнивает счет за минуту до конца, уводя команды в овертайм. Уводит команды. Далее будет овертайм, который подарит командам также яркую игру. И будет вот такая заброшенная шайба от Максима Кровякова. И хорошая победа Химика.